Добрый день, друзья! Сегодня 29 декабря 2019 года. Мы с вами находимся в городе Барнаулин на пляже Водный Бир на незамерзающей проруби. Сейчас вот изобретатель этой незамерзающей проруби Иван Олечков хочет сказать нам несколько слов. Поздравляю всех россиян с праздником! День! Как праздник называется? Праздник называется «Закаленная Россия, здоровая страна». Здоровая страна. Так вот, и дарю любителям, всем россиянам для здорового образа жизни незамерзающую прорубь, изобретение третьего тысячелетия, которое необходимо, которое позволит закаляться всем абсолютно и избавиться от многих болезней. Хорошо, мы-то все знаем, но еще раз для зрителей расскажите принцип работы этой незамерзающей проруби. Принцип работы очень простой. Вода плюс 4 градуса, самая тяжелая, и она держится около дна. А замерзает при 0 градусов, более легкая вода. Если нижнюю воду поднимать на поверхность, вот, то поверхность не замерзает, а поднимать на поверхность вода, разница в весе очень маленькая, поэтому энергии на подъем очень мало надо. Достаточно вот 30-ваттный двигатель, который работает, который 100 рублей за месяц наматывает и позволяет поддерживать прорубь незамерзающую до 30 квадратных метров в самые сильные морозы. А самое главное преимущество — это заход в воду с берега. Никакая другая прорубь не позволяет сделать заход с берега. Заход с берега самый безопасный. Почему? Потому что лестницы всегда обледеневают, можно упасть, подскользнуться и все. А с берега заходишь — это как на летнем пляже. Вот. Поэтому вот это изобретение незамерзающей проруби позволит, спасет от всех болезней, в принципе, все человечество. Потому что медицинский бизнес сейчас, он здоровья нам не приносит. Вот. Ну да, это уже про это все знают, да, фармакология, это все. Это уже все, да, все давно известно. То есть здоровая, да, Россия — это сильная Россия. Да, это сильная Россия, здоровая Россия. А сильная Россия — это великая Россия. Это великая Россия, конечно. И величие России именно через это изобретение и начнется. Да, в том числе и через это. Да, конечно. Незамерзающая прорубь — это, конечно, надежный путь к здоровью. Да, а сейчас вот такую прорубь незамерзающую, в принципе, можно вот поставить на любом водоеме, где есть электроэнергия. Вот смотрите тут какая, в общем-то, у нас такой ресурс просто и не используется. Тут он рыбаки, он отдыхает, все. А тут можно же сделать, чтобы люди отдыхали, конечно, зимой. Поэтому и водоемы практически есть во всех населенных пунктах. Достаточно наладить выпуск, и Россия будет здоровой. А к кому обращаться? Вот по... Обращайтесь по этому самому, в средства массовой информации. Надо, чтобы это... Нет, как вот у вас, где контакты ваши найти? А? Как вот? Ну-ка еще раз. Мои контакты — Олешков Иван Николаевич, инновации в России. Где можно найти? В этот самый, в блоге «Инновации в России». Не, ну в интернете где? В YouTube, да, в там или где? В интернете блог «Инновации в России» Макс Парк. Вот так, Макс Парк, Иван Олешков, да? Да, Иван Олешков, Макс Парк. И там вся информация есть, поэтому по самостоятельному изготовлению консультирую бесплатно. По самостоятельному изготовлению можете делать. Вот, есть там мастер-класс, есть в этот самый, в YouTube есть этот самый, много снимков. И могу делать на заказ за 18 тысяч. Там контактные телефоны есть? Контактные телефоны, все есть. Все хорошо. Есть в интернете. Набирайте, обращайтесь. Но вообще средства массовой информации привлекайте к этому. И надо налаживать производство. Это спасение для России, для здоровья. Все правильно. Здоровая Россия! Да, да. Великая Россия! Да, здоровая, все, спасибо. Здоровая Россия. Спасибо.